История педагогического университета началась в 1938 году. Сегодня это один из крупнейших вузов города. 11 факультетов и один институт, 38 различных специальностей. Среди известных выпускников – Равиль Гениатуллин, Баир Джамсуев, Александр Зенков, Баир Баденов. Накануне 73-й раз из стен родной Альма-Матер выпустились еще около 1000 специалистов. Лицеисты, бакалавры, магистры под торжественный марш оркестра идут в новую жизнь. Традиционное шествие от родных институтских стен до площади Ленина. Здесь 120 самым перспективным вручили заслуженную награду – красный диплом. В дальнейшем многие продолжат учебу в магистратуре и аспирантуре, а некоторые уже нашли работу. Сейчас на протяжении уже полугода я работаю в школе психологом по специальности. Мне очень нравится это. На самом деле вуз дал не только возможность обучаться, не только развитие в профессии, но и многие другие развития лидерских качеств, например, то, что мне помогает сейчас в работе. Я работаю в университете инженером интеллектуально-ресурсного центра, и обучение в магистратуре мне было нужно для того, чтобы карьеру свою профессиональную продолжить. Пока одни выпускаются, другие подают документы. В этом году на 38 специальностей около 900 бюджетных мест. Наиболее востребованы уже на протяжении нескольких лет юриспруденция, менеджмент, лингвистика, журналистика. Конкурс на эти специальности до 20 человек на место. А вот учителями хотят стать немногие. В этом году в педуниверситете состоялся последний выпуск и набор студентов. В ближайшее время произойдет объединение двух крупнейших вузов города – Забайкальского педагогического и Забайкальского государственного университетов. Уже определена структура будущего вуза, утверждено штатное расписание. Ни одна кадровая единица не потеряна. Объединенный университет будет более крупным, более мощным, более готовым работать в современных условиях образовательной системы. Это, безусловно, так. И в этом, наверное, главный плюс всех объединительных процессов. По словам Ивана Катанаева, после объединения многолетние традиции педагогического университета, шествия выпускников и вручения красных дипломов на площади Ленина, День здоровья, другие спортивные, культурно-массовые, социально значимые мероприятия останутся неизменными. Марина Кузнецова, Лев Нескромный, «Время новостей».